Скандал с Facebook. Цукерберг извинился в Европарламенте. Глава Facebook признал, что за последние несколько лет компания осуществила недостаточные шаги для защиты общих с европейцами ценностей. Гендиректор Facebook Марк Цукерберг извинился в Европарламенте перед европейскими пользователями за ошибки социальной сети в связи со скандалом с утечкой данных. Об этом Цукерберг заявил во время встречи с европарламентариями во вторник, 22 мая, которая транслирует в прямом эфире. Цукерберг отметил, что европейцы составляют значительную и очень важную часть сообщества Facebook. Глава Facebook признал, что за последние несколько лет компания осуществила недостаточные шаги для защиты общих с европейцами ценностей. «Мы недостаточно широко оценили нашу ответственность. Это была ошибка, мне жаль», — сказал Цукерберг. Он заверил, что обеспечение безопасности людей всегда будет важнее для компании, чем удвоение прибыли. В то же время он признал, что компания была слишком медленной для сдерживания вмешательства России в американские выборы. Цукерберг отметил, что до конца этого года компания удвоит количество людей, которые занимаются вопросами безопасности до более 20 тысяч человек. Ранее Facebook приостановила работу почти 200 приложений, имеющих доступ к данным большого количества пользовательских данных. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/Correspondent.net по материалам сайта newsgro.com.